Здравствуйте. Чтобы добавить тот блок, о котором мы с вами говорили, с главной страницы OpenCart входим в модуль расширения. Дальше. Модуль расширения. Прокручиваем страницу до самого низа. Здесь есть строка «Текстовый блок HTML». Напротив нее написано «Отключено». Не пугайтесь, так должно быть. Значит, нажимаете «Добавить». В самую верхнюю строку вводите заголовок. Ну, пусть это будет преимущество на главной странице. Это чтобы было понятно, когда у вас будет несколько блоков, например, в какой блок войти, отредактировать что-то. Далее заголовок. Заголовок — это непосредственно то, что высвечивается на сайте, название блока. У меня он, наше преимущество, пусть он так и остается. Дальше строка «Текст». Нажимаете «Просмотр кода», кнопочка вот эта. Здесь все символы удаляете, которые есть, чтобы их не было. И сюда копируете тот код, который я вам прислал. Снова в обязательном порядке, иначе не сохранится, нажимаете визуальный режим, то есть на эту же кнопочку еще раз. Все, блок у нас готов, у нас нет чего, нет картинок. Значит, нажимаем картинки. Здесь в корневой папке создаем директорию икон. Иконки. Все, вот она создалась. Нажимаем на нее, входим в нее и сюда копируем те рисунки, которые я вам прислал, с теми же названиями, как они есть: Prim1, Prim2 и Prim3. Копируем. Все, файл загружен. Просто нажимаем крестик, больше ничего не делаем, отключаем. Здесь включено. Все. И нажимаем сохранить. Сохранили. Теперь нам его нужно вывести на сайт. Значит, нажимаем дизайн, макеты. Это уже непосредственно макет страницы. Входим в Home, это главное. Нажимаем на синий плюсик, чтобы создалась такая строка. Выбираем преимущества на главной странице, то есть то, что вы создали. И нажимаем сохранить. Все. Обновление. Вот он, наше преимущество. Создалось.